Фу. Второй год нас уже так вот затопляет, как видите. В прошлом году в июне месяце точно так же дождевые воды нас затопило. Один раз я была на работе, в субботу приехала, то же самое. Предупредила ДЭ, предупредила МЧС, всех. Вторую неделю вторе не следует. Затопило все буквально. У меня мотор, поливаем от мотора и воду пьем от колодца. Мотор затопило. Мотор стоит сейчас на следующий день 45-50 тысяч. На ремонт потратила то же самое. Вода сейчас зашла в подпол. Слава богу, что у нас подпол есть. Вода набирается, но она уже вот, вот видите, зеленая дверь уже там. Это постоянно, вот каждый год такое. Я не обращалась ни на телевидение, не обращалась никуда. Думала как-то по-мирному все решить, понимаю, что у всех семьи и все такое. По-мирному не получается. Сейчас она называется Гумар-Караша. Вот, посмотрите, снимайте, вот. Вот, видите, да? Оттуда идет, получается, с проспекта самого, вода идет сюда. Она должна уходить в Чиган. Они сейчас не открывают по причине, что как бы Чиган может пойти еще, типа не ушел далеко. Вот, это вся вода. Поворачиваем вон туда. Вот, смотрите, вот сзади вас. Поворачиваем и идет к нам, переполняется канава. И вся эта вода с этой улицы и с той улицы идет к нам во двор. Каждый год. Откуда вот эти воды сюда попадают? Акимат топит. Нет, откуда Акимат топит, хорошо. И сейчас вы что, вот эту воду вывозите сюда? Да, откуда его вывозите? Дождевая вода, дождевую воду вывозим сюда. А вы знаете, что эта вода попадает в частные дома? Нам сказали, куда сказали. Они сказали, попадает в Чаган, она через зачистой она попадает в частный сектор, люди. Сейчас они жалуются нам. Не вы знаете об этом?